Меня зовут Георг Мирзоян. Я в данном случае сначала политолог, потом я гражданин России, потом я армянин по национальности. Чтобы вы понимали по поводу того, почему Россия не вмешалась, Карабах не входит в зону ОДКБ. Это территория Азербайджана, считается юридически. И напомню вам, что юридически Карабах считается азербайджанской территорией с точки зрения самой Армении.